Так, здорово, мужики. Давненько. Ну что, охота позади. Приступаем. Но пока напряг хвостами, поэтому кожа. Вот такая кожа. Конский волос под армейский ремешок. Как березы темном или в сером, округленность, в общем, как обычно, тут крепенько, тут заинтересовались, что там внутри. Ну, присутствует деревяшечка. Сталь Эльмакс, длина клинка 13, клеймо мастера, да, кого не дал. Ну шо, погнали. Ну, рез агрессивный. Идет. Гибкий он. Так что как хочет идет. Так, войлочек. Ой. Войлок как войлок. Находим чистое местечко. Давим изо всех сил. Ой. Ну, посмотрим. Что ж, 59. В чем плюс? Поправляется легко. Раз, два, и третий раз поправили. Раз, два, и третий раз поправили. Так, это еще не все. Он гибкий. Поэтому гуляй по туше буквально. И по рыбе там. Все что угодно. Находит тонкие места. Там, где ему угодно, куда он идет. Ну вот такой вот ножик рабочий. Такой вот не дребезжит, не капает.